субботу, по прогнозам синоптиков, столбики термометров преодолеют отметку в плюс 30. Будет жарко. 28 июля в Сарове переменная облачность. Утром плюс 20, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Ночью плюс 21. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Утром плюс 21, днем столбики термометров поднимутся до плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 21, днем до 26 градусов тепла, ночью плюс 20. Ветер восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.